Ребята, дадим пальчикам отдохнуть от письма и сделаем пару упражнений. Отодвиньте тетради в сторонку и сядьте поудобнее. Положите прямые руки на парту, пальцы вместе, спина прямая, смотреть вперед. Слушайте внимательно счет и выполняйте простые движения. Начинаем. Согните и выпрямите указательные пальцы. Раз. Теперь средние. Два. Безымянные. Три. Мизинцы. Четыре. Теперь пробуем быстрее. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Второе упражнение посвящено большим пальчикам. Поднимите руки вперед, большие пальчики вверх, остальные пальчики прямые. Начинаем. Четыре круга пальчиками наружу. Раз, два, три, четыре. Теперь внутрь. Пять, шесть, семь, восемь. Еще. Раз, два, три, внутрь. Пять, шесть, семь, наружу. Раз, два, три, внутрь. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, закончили.